Столкнулись две фуры и пассажирский микроавтобус. Кадрами страшных последствий поделились телезрители. О, тут еще и легковушка. Предполагаемым инициатором столкновения называют дальнобойщика на ДАФ. Он не справился с управлением предварительно из-за проблем с колесом. Большой груз занесло и выбросило на встречку прямо в грузовой ситрак. После столкновения фуры почти полностью перекрыли проезжую часть. Шофер пассажирской маршрутки не смог избежать аварии и врезался в один из грузовиков. Машины охватило пламя. Да что случилось-то? Погибли 7 человек, в том числе 2 ребенка 9 и 7 лет. Еще 3 человек экстренно госпитализировали с ожогами больше 50% тела и многочисленными травмами. Следственный комитет Омской области возбудил уголовное дело. Правда, пока только в отношении перевозчика. Его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В отношении дальнобойщика идет доследственная проверка. Однако к уголовной ответственности водителей привлечь не смогут. Все 3 автомобилиста скончались.